мне талипы дунай. Тот цветущий и поющий яркий май помнит сердце, не забудет никогда. Постарела мать за 30 лет, а Вещицына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их то дальнее село, мальчику без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горкой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын заглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок! Алексей! Алешенька! Сынок! Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог, он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его с собой. Все боялись, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок! Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее слышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, вот вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Thank you.